Детское кресло сотрудники ГИБДД совместно с управлением образования в этот раз провели на улице Куйбышева. Закончили зимние каникулы, и самое время еще раз напомнить о безопасности маленьких пассажиров и использовании детского удерживающего устройства. Сегодня отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Воскресенск проводится массовая проверка водителей на предмет выявления нарушений правил дорожного движения, связанной с перевозкой детей. Административная ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 12.23, часть 3 административного кодекса. Штраф составляет 3000 рублей. В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма на территории нашего округа ежедневно проводятся подобные мероприятия и акции. Названия их разные, а суть одна – приучить водителей пристегиваться самим и всегда использовать детское кресло. Всегда пристегивается. Да, и большие пристегиваются, у меня еще двое. А бывает такое, например, капризничает, не хочет пристегиваться? Бывает. Что, как вы выходите? Уговариваем. Сотрудники ГИБДД проверили правила посадки детей, осмотрели, как закреплены кресла, подходят ли они для конкретного ребенка и раздали памятки, как правильно выбрать удерживающее устройство. В прошлом году за его отсутствие было оштрафовано почти 400 водителей, но дело здесь не в штрафах. Здоровье и жизнь ребенка нельзя купить ни за какие деньги, поэтому, уважаемые взрослые, помните, здоровье детей в наших руках. Руслан Полянин, новости Искровект.